Всем привет! Вышла я на огород, хочу выкопать пару ямок картошки. Раннюю я уже копала, видела, какая она там. А вот остальные сорта, которые я в этом году сажала первый раз, хочу посмотреть, что там в тех кустах. Вот такие вот помидорчики, уже и краснеют. Пару штук уже собирала. У нас дожди часто идут. Вот что осталось. Вчера тут вода стояла. Уже хватит нам. Земля мокрая. Огурчики. Выбирала утром 2 ведра. Так что сейчас тоже есть работа. Закрывать заготовки на зиму. Итак, это сорт гранада или граната. Сейчас посмотрим, что тут мокро. Вчера дождь. Ну, раз и попробую. Какая картошка, и нужно кушать, готовить. О. О, перерезала. Пошла. Это всегда сверху, а это вниз. Земля мокрая. Ну, нам уже дождей хватит. Все. То еще пару таких дождей, и все. Помидорам капец будет. Так, это сорт Red Scarlet. Красная должна быть вроде. Сейчас посмотрим, что тут. О, красоточка какая. Это новые семена. В прошлом году я такую не сажала. Крупная, конечно. Но, наверное, маловато в ямке. Сейчас посмотрим. Вот такая синяя. А это сорт Пикассо. В прошлом году я покупала. Есть у меня видео. И все как один пишут, это не Пикассо. Значит, то было не Пикассо. А это уже точно объяснили, что Пикассо. Ну, это как синяя глазка. Так что посмотрим, что тут у нас. Ну, кусты красивые. И еще зеленые. Ну, попробовать надо. О, какая. Вот это красотка уже точно. Я всегда картошка, ту, что покупаешь первый год, всегда урожай. Вот так. На следующий год, дай бог доживем, нужно будет еще какой-то сорт купить. Нужно менять. О, какая. Это
уже точно Пикассо. Синенькая тут. Во. Кулак мой. И картошка. Это хороший. Это ривьера. Ривьера уже высохла. Нужно еще недельку, наверное, начинать выкапывать. Это смысл. Дожди. Она сухая тут лежит. И картошка, она хорошая есть. Я ее уже копала. Видишь, какие огромные. Это что-то какой-то сладкий кустик попался. Но все равно есть. Не маленькая ее, конечно. Вот ривьера крупная. Мало в ямке, но зато крупненькая. Вот выкопала я ведро картошки. Ну что я могу сказать? Она крупная картошка, мелкой там, ну, чуть-чуть, но в кустах мало ее. Крупная штучек 5-6 такая. В кустах мало. Ну ничего, что будет, то будет. Вот такая. А это зашла в кукурузу на проверку, а там уже красивые качанчики. Так что будет сегодня молоденькая кукурузка. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Пока-пока.